В режиме самоизоляции самарские школьники скучать не будут. Для них городские власти и педагоги дополнительного образования подготовили проект «Самарские каникулы-2020», который в этом году стартовал впервые. Ребята и их родители смогут в режиме онлайн путешествовать по Самарскому краю, побывать в зоопарке и театральных студиях, где лучшие коллективы города представят свою программу. У нас пройдут экскурсии, и наши учащиеся вместе с родителями, с бабушками посетят самые лучшие уголки города и Самарского края необыкновенно. Мы поедем в Жигулевский заповедник, мы расскажем о нашей Луке, о нашем прекрасном месте. И когда настанет время спать, у нас будет онлайн тихий час. И я прошу, не надо смеяться. В этот момент сама Арина Родионовна нам будет читать сказки. Педагоги дополнительного образования подготовили мастер-классы. Школьники научатся рисовать, фотографировать, делать коллажи, шить мягкие игрушки, готовить простые блюда. Будут разгадывать ребусы, кроссворды. Ребята посмотрят пьесы, почитают стихи и послушают музыку. Не обойдется и без физической активности. На онлайн-платформе организаторы подготовили музыкальную зарядку, которую можно выполнять дома. Старт онлайн-платформы «Самарские каникулы» приурочен к Дню защиты детей. Присоединяйтесь к городскому проекту «Самарские каникулы». Вас ждут новые знакомства, друзья и хорошее настроение на все лето. Ребята, от всей души поздравляю вас с Днем защиты детей, началом летних каникул. Желаю вам неиссякаемой энергии, счастья, исполнения ваших самых заветных желаний, а главное – здоровья вам и вашим близким. Все занятия на онлайн-платформе «Самарские каникулы» будут бесплатными. Всех активных участников, которые будут регулярно посещать онлайн-площадку и соцсети, наградят почетными грамотами и призами. Елена Малютина, Константин Головин, Василий Колдашов. События.